Согревающие пластыри Фаберлик. Артикул 910-442. Смотрите, способ применения. Показываю вам подробно. Через 24 часа можно удалять. И состав. Камфора, мята, метилсалицилат, нетканый материал, размер и так далее. Я вот сейчас буквально один уже наклеила. И, вы знаете, начинает идти тепло. Здесь внутри упаковки два пакетика, вот таких зип-замком, в которых в каждом из них лежит два пластыря. Два, пять. В каждом из них пять пластырей, потому что всего их здесь 10 штук. Вот так они выглядят. От подложки отклеиваем и наклеиваем на любой участок тела, который нам нужно согреть, разогреть. Облегчает, смотрите, мягкий согревающий эффект, облегчает суставные и мышечные боли, успокаивает, расслабляет. Эластичная основа с перфорацией для дыхания кожи, влагостойкий. То есть с ним даже и купаться, по идее, можно. Еще раз дублирую вам всю полезную информацию. Если хотите, можете нажать на паузу. И что хочу сказать. Вот сейчас я наклеила его на поясницу где-то 5 минут назад, и начинает идти такое тепло, очень-очень легкое и комфортное. Отдушка, девчонки, очень сильная, поэтому вот такие вот продуманные зип-замочки. Пахнет камфорой. Пахнет камфорой, не могу сказать, что она противная, у меня есть перцовые пластыри, которые пахнут вообще жуть. Здесь не жуть, нет, чистая вот камфора. С камфорой у меня еще не было пластырей, поэтому мне интересно будет посмотреть на действие. Я как человек, у которого перелом позвоночника поясничного отдела, по достоинству оценю их в работе. Буду целый день ходить и вечером вам расскажу. Запах сильный, запах прям сильный. Вот спустя 5 минут такое легкое-легкое тепло. Никакого жжения, ничего, не прям совсем легкое, еле уловимое. Буду наблюдать дальше. Так, девчонки, что по пластырю? Вот ношу его уже сутки. И что хочу сказать. Вчера прям был хороший разогревающий эффект. Было много движения, на улице было жарко. И прям грело хорошо. Но не горело все огнем, как, допустим, горит от перцовых пластырей. То есть достаточно комфортно, терпимо и все отличненько. А к вечеру, к ночи уже все, эффект прекратился. Ночью ничего не было. И сегодня днем тоже. Вот он мне до сих пор находится на пояснице. Уже больше суток прошло. Ничего не чувствую. Ну, как бы, еще один большой плюс. У меня перцовые пластыри вот на следующие сутки практически все аптечные, они отклеиваются. Отклеиваются или как-то сжуриваются, в общем, ну, некомфортно. Здесь он как влитой сидит, как я его приклеила, так он и сидит на пояснице. То есть клеевая основа достаточно хорошая, в этом плане на пластыре можно положиться. И на день, в принципе, вот эффекта хватает на день. Я сейчас его отклею и сразу же наклею другой, потому что хочу прям проделать их курсом. Мне кажется, от этого будет эффект лучше. Поясница, все нормально, как бы. Не скажу, что прям раз и все прошло. Нет, конечно, у меня это, в принципе, никогда не пройдет. Но, тем не менее, облегчает состояние. Как-то вот поясница полегче. Хочу попробовать на поясницу еще и на плечевой. На плечевую зону вот здесь вот тоже приклеить. Здесь не перец, здесь камфора, поэтому все достаточно терпимо. Хорошо, отличненько, поэтому берите, пользуйтесь, девчонки, смело, никакого обжигающего действия нет, не отклеивается, все отлично, все прекрасно, пластырем ставлю 5 из 5, все замечательно. Буду делать дальше, проделаю курсом, посмотрю уже, прям вот, может быть, уже облегчение будет такое прям явно видимое после курса, если что, обязательно в обзоре каталога вам расскажу этот момент, отмечу. Ну и на этом все, моя хорошая. Ссылочка для регистрации в Фаберлик, как всегда, под видео. Надеюсь, была вам полезна и интересна. Всех люблю, целую, всем пока-пока.